Причем хотел бы сказать спасибо нашим мужикам со сборной России, которые бились до конца, не сдавались. Вы подарили нашей стране праздник. Мы в вас верили, вы нас не подвели. И пусть вы проиграли, но вы бились до конца. Спасибо. Вот Рома бросил Иру ради Марго. Представляете, вот чем Ира так заслужила такое? На самом деле, да. Я не могу смотреть равнодушными глазами своими, бесстыжими на Рому.